На новой спортивной площадке в селе Быков-Отрог всегда многолюдно. Даже малыши приходят сюда со своими родителями, чтобы научиться играть в футбол. Не пустуют и тренажеры. Для спортсменов, которые занимаются греко-римской борьбой, это хорошая возможность подкачать мышцы. Тут теперь много людей играют в футбол, занимаются спортом. Но большую часть играют в баскетбол и футбол. Многофункциональный спортивный комплекс появился в этом селе при поддержке компании «Фосагро» в рамках подписанного соглашения о выделении 100 миллионов рублей на создание комфортной городской среды. Ранее химики отремонтировали здание, где юные жители села занимались борьбой, осуществив мечту заслуженного тренера Андрея Артемовича Конопелько о создании большого сельского центра греко-римской борьбы. В этом году работы продолжились уже на прилегающей территории, на месте пустыря, где мальчишки гоняли в футбол. Вот эта вот спортивная площадка, она станет достойным приложением и к этому центру, и к тренировочному процессу. Ну, во-первых, это подарок и нашим спортсменам, и подарок всем жителям Быков-Отрога, потому что здесь для всех открыто, для всех доступно. Можно заниматься командными видами спорта, можно заниматься силовыми, то есть все для людей. А рядом со спортивной площадкой – игровая. Это тоже подарок от «Фосагро». Новые качели, карусели и горки уже оценила детвора. А родители говорят, место для установки выбрано правильно. В нашем районе очень много детей. В каждом доме по 2-3 ребенка. Вот ко мне уже приезжают мои внуки, и мы с удовольствием выходим на эту площадку. Дети теперь имеют возможность общаться друг с другом, забыть маленько про телефоны, компьютерные игры, гаджеты. Мы благодарны «Фосагро» за такие подарки. У сельчан появляется возможность благоустраивать территорию уличного пространства, ну а у детей общаться. Все свободное время многие жители села проводят, занимаясь спортом или играя на детской площадке. Ребята из Быкова-Отрога говорят, территория возле центра греко-римской борьбы стала их любимым местом для досуга. Для химиков установка детских и спортивных площадок в селах Быкова-Отрогского муниципального образования уже традиция. В этом году игровые комплексы появились также в Кормежке и Маянге.